Вторая партия гуманитарного груза, собранного великолучанами для жителей юго-востока Украины, была доставлена в пункт назначения Ростов-на-Дону. В сотнях коробок прибыли 6 тонн медикаментов, продуктов питания, одежды, бытовой химии. Это посильный вклад нашего города в общую копилку помощи для украинских беженцев, которые постоянно прибывают в Ростовскую область в пункты временного пребывания и палаточные лагеря. Вот отчитываемся перед жителями города Великие Луки о том, что все продукты, питание, вещи, предметы первой необходимости, медикаменты доставлены в Ростовскую область. В настоящее время машина находится на территории склада МЧС. Разгрузимся и домой. Всем большое спасибо. Вещи и предметы первой необходимости собирали более 3 недель. Акцию горячо поддержали не только рядовые жители города, но и многие общественные организации и предприятия. Так, на расчетный счет помощи украинским беженцам было переведено более 90 тысяч рублей. Свой вклад в сбор средств внесли завод «Лесхозмаш», ООО «Инавто», ЗАО «ЛИГ-94», «Велмаш-С», «Псковская Русь». Руководство крупнейшего в городе предприятия завода электротехнического оборудования выделило 100 тысяч рублей на покупку необходимых беженцам лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Мы сейчас находимся на одном из складов департамента по предупреждению ликвидации ЧС. Вот в данном случае город Великие Луки, жители города собрали гуманитарную помощь, которая далее будет распределяться по палаточным лагерям, пунктам размещения временного пребывания граждан. Большое спасибо гражданам города Великие Луки за собранную помощь. Как бы это сейчас очень актуально, все люди нуждаются в этой помощи. Добавим, что сбор средств на закупку вещей и продовольственных товаров проходил также для оказания адресной помощи беженцам, прибывшим из зоны вооруженного конфликта на территории Великих Лук. Активное участие в этом приняли трудовые коллективы города, сотрудники городской администрации, ЗАО «Зета», частное охранное предприятие «Байкал».